Тёма, привет! Так, короче, давай в YouTube замутим видос. Погнали! Как в прошлом году... Не влог, как вот этот видос будем сейчас снимать. И попытки оставим тоже для YouTube. Типа как снималось, сколько попыток. Let's go! Всем привет, дорогие друзья! С вами Семён. Ты должен сказать Рован. Рован. Что, готов? Да кого еще? Катаюсь. Погнали, салоночку. Возьмем красивенько, да? Давай. Погнали. Вон салоночку, погнали. Блин, страшно. Let's go! Ежегодный йога и переходики класс-класс. Погнали! Попытка один. Так будем каждый раз делать. Каждый раз попытка один. Поменьше ходов. Попытка номер два. Попытка номер три. Блин. Попытка номер четыре. Попытка номер пять. Попытка номер шесть. Вроде типа сделано, но короче что-то не. Вот видишь, что происходит? Попытка номер семь. Попытка номер восемь. Попытка номер девять. Попытка номер десять. Засчитаем. Хорош. Так, Рован номер один. Попытка номер два. Попытка номер три. Попытка номер четыре. Ай! Блин, Батман. Ну, типа там попытка была, но что-то непонятно. Попытка номер пять. Попытка номер шесть. Погнали! Вот. Попытка номер семь. Мы видим неправильный заход. Попытка номер восемь. День десятый. Попытка номер 10. Экстра 11 попытка. Надо посмотреть. Как говорят на слоне, будем посмотреть. Первая попытка. Так, мы считаем, что нельзя с первой попытки делать трюки, поэтому... А то, блин, два. ну, вы сами понимаете, как бы, да? Ну, это самое, ну, в конце концов. Что делаешь? Да там у карты. Ну, давай. Ну, не с первой, так со второй. Правильно? Странный. Кажется, боксай. First try. Сильно. Нет. Не спеши так, Сём. Так, какая попытка? Четвертая. И все разы я делаю, да, но не устраивают. Стиль не устраивает. Вот это вот должен быть памп вначале, типа такой. Ну вот это. А ты бьешь сразу на футон. Пам! Вот так вот. Как ты это вот делаешь? Чуть-чуть пампа, да, еще. Я просила его опять. А, точно, попытка номер пять.
Вообще быстро. Ты как бы... Попытка номер 6. Попытка номер 7. Я уверен, будет. А, стиль. Давай. Жесткий. Нет. Это что-то было не то. Это была восьмая. Что такое? Все, кажется, да. Ну не понятно. Давай. Итак, два перехода у меня есть. Сейчас строй Ролановский, и я ему даю 10 попыток. Что скажешь? Я такую ответственность никогда не чувствовал. Мне прям реально тяжело в груди. Расслабь плечи. Ответственность в плечах живет. Ты расслабь плечи. Держи таз. И все. На первой попытке очень неплохо. Хочу отметить. Хочется это отметить. So close. Пожалуйста. Третья попытка. Я волнуюсь. Четвертая. Ответственная попытка с. Let's go. У него вот все как по книжечке. Вот, дай ему попыточки, доберет. Еще раз эмоции. Самые обидные попытки, когда ты уже 99% сделал, тебе остается вообще вот 1% и все. Седьмая, да? Роял нужно очень ровно попасть, чтобы все пошло дальше ровно. И вот сейчас будет попытка. Вот мы просто проверяем свою теорию. Я не пойму, это сегодня день 10-11, можно его назвать, или как? Сегодня день R11, погнали. 11-е, экстра 11-е, погнали. Чего? Давай смотреть. Мы посмотрели повтор, вроде ничего, но что-то не то. Блин, аут. Так хорошо было. Просто рел очень короткий. Итак, 15. Покуха, братуха, рауха, два уха делает трюкуха. Была 19-я попытка. Всем спасибо. Спасибо Семену за терпение. Надеюсь, эта попытка оправдана. Ну мы хотели выход сюда. Получил выход сюда. В чем проблема? So close. Пацан, третья попытка. Уходи. Отойди, да. Надо смотреть, такое жиденькое. Да, ты жиденький, а переход хороший. Жидкарь у тебя знаешь где? Я такой.
Нет, джеткары у тебя там. Давай. Я признаю. Давай, ниже. Косячник. Ниже. Дальше. Ближе. Снимает. Один. Илья. Все? Три, два, один, отбегаю. Скажешь. Готов. Давай. Пойдет. Сейчас я отхожу. Раз, два. Держишься? Да. Давай, отбегай. Слезай. Ты хорош! О, вот такой я вот потный. Все, мы уже ехал домой. Вот так вот мы снимаем свои трюки, переходы. По несколько десятков попыток. Получилось, что получилось. В принципе, нормально. Это вам бонус от Димаски. Второй бонус от Димаски.